ноли. Впечатление. Что? Я вам скажу так. Похуй, что там убили, не убили. Нравится, класс, ты играешь. Не нравится, блядь, ты идешь, блядь, и меняешь его, все. В принципе, я не согласен. Это же не их, не убили, блядь, убили, не убили, блядь, убили, заебали. Берите пример с Петя. Варфактор, ему похуй. Пацаны, рассказать кое-что. У меня осталось Хламида профессора, и у меня есть возможность еще один мешочек открыть. Что такое Хламида, знаешь, Саш? Тренер. Хламида. А, кстати, да, ОД не откатило вроде. И мешок. Ай, блин, не дали вторую боешку. А в Даларан кого не кинуло, нет? Сейчас усмоним. А тут ряд надо будет чистить все равно. Слушай, откуда мешок остался? А, ну да. Все, заходите. Так, там ЕПшку отнимали, сейчас я проверю по журналу. У Сологу не лежку отними, Ваня. Тоже. Десятку. Че, поднялись уже? Да, выходите. Вакшар, Гламур, Бигрэк, Ван Бета-тестер. Это мы с Войдом вапнули, вайднули редко, забежали на этот, на корабль. И всех вытянуло. Два таких наглых, черт, блядь. Я смотрю, тело бежит, думаю, побегу, хули с ним, блядь. Хуй там пиздец стоять. Я в тени ушел и сижу, отжираюсь. Замены с третьего босса надо что-то. FDK, Джан, Джипси, Мобой, Полинор, Найоми, Измотки, Буревестник, Бексион. Мне нужен третий босс, а дальше я могу уступить. Там буду сидеть. Нет, ждать, просто пока некому. Некого места тебя поставить. Не, я просто говорю, то, что я как бы это самый, кто-то хочет зайти. Буревестник здесь есть, чему нет, ему надо что-то. Я это, ребят, там кто там у нас следующий сегодня будет по минималке забирать травму? Кто хочет? А пока... Забирай, похуй. Ром, может быть, давай. Бревнышко есть уже? Поставьте шкаф. Да, вот, у Марии есть уже. Поставьте шкаф эмобоя, засмоньте, будрайвен на рейд. Эмобоя в рейд, точнее, будрайвен в момент. В том КД ей дали по минималке, чтобы не стали никого дышать. Сацуну спихайте, пусть будет еще. Пусть меня, пожалуйста. Сацуну? Зачем? Чтобы было больше травм. А они все там друг друга сейчас пить, и ты поносишь, он поносит, блядь, что-то они там друг друга поносят, блядь, их поносят, блядь, дизентерию поносят. Блядь, Будрейвен уже улетел, да, у нас Лока нет, ебать. А меня вообще в Даларан выкинуло. Ребят, сами долетите просто и все, блядь. Я в Сократе вообще. Я вот, блядь. Меня в Буквы. Ну, Женек, пошли на сумму ЛМ-боя за сумманем. Побежали. Какой Женек? Который Женек. А-а-а. Пока у Солок бета-тестер заходит. Давай. Блин, мобы не пиздятся. Всех перепиздили, перед мобы пиздить, блядь. А ЛМ-бой уже пришел. Не надо, Женек, не выходи. Просто выходить дольше, блядь, я замерял, чем, блядь, с Даларана долететь. Несмотря, если всякие ускорители есть, то не дольше. Сейчас ты любой трэш ебалом в пол и зашел, вышел, все. Ладно, ну, прыгнул, да, блядь. Это еще зависит от того, у кого как прогружается, как понимаешь? Не лезь, кидай обмен. Так, ну-ка, сейчас меня никто не хилит, отойдите подальше, ребят. Сейчас сделаю фокус. Надеюсь, тебя убьют, Женька. Я тоже надеюсь. Я надеюсь, я убью. Так, а здесь кто-то уже стоит. Уся уже стоит, блядь. Где? А, это джанг. Все, давай мобоя сум. Все. Я пошел по PC. Своей красивой PC. Сам потом покакаешь свои красивые какаешь. Принимай.
Побежали, там поставишь шкаф на третьем этаже. И сверх. Черепной вал и ставь-ка. Там мобов уже можно не бить, они друг на друге за пищу. Блядь, да сейчас засмоним всех уже убьем. Да не бегите, ёбан. Ставь ему бочка. Тыкайте. Ну, что ж пиздел? Мне корабли. Я уступлю. Пятька с кораблей же плащ берет. Я да. Кораблей. На ловкость ретрики сейчас не берут. Шмотки. Что значит, а кто берут? Там хочет на ловкость? Я беру, значит все берут. Блядь, давайте не будем случиться, быстрее закончим рейд. Ёбана, ну с кого сум еще? Мы просто стоим и хуйней занимаем. Сум женька. Мы уже просто 5 минут простояли, блин, на сумонах этих. Садитесь на маунтов, побежали. Все, сели, побежали, жаль. А, вы уже побежали. Тебя засмонили, Петь? Да я в начале инста. Там, нормально. Побежишь, там нету дракона. Окей, я сейчас, вы пробежите, после вас я побегу, чтобы не согреть мобов. Возьмите все ранец. Поставь еще раз шкаф там убой, если есть. Так. Плечи ролим за 10 ТП ставь. Андрей, надо? Это дис явно. Ну, смотри, скинь их обмен, Андрей, я тебе плечи отдам. Так вы что, присмотрите, да? Не, да, сейчас поставим шкаф, поставим шкаф. Пробеги ты, пробежишь, там нет дракона. Где Сатсуна? Я диван дал, но мне почему-то провисело. Спуститесь все вниз, кто там летает, чтобы видели, что все тут. Ах, блядь. Это вообще долгие. Вот тестер где? Сатсуны. Вставайте, рыбу реши. Все, ставлю рыбу и погнали. Спустились все вниз, не летайте. Петю засумоньте, скафом бой поставь, Петю засумонь. Комбат. Комбат. Ну и ну пиздец какой-то. Так, пробегу, короче, блядь. А ты по краю беги, они не агрятся там. Да я заброшу. Он же не может поставить, потому что комбат за нас летит. И рыбу пожрать не можем сейчас. Ну, блядь. Ладно, резайте его и погнали. Возьмите все джифпак и погнали. Гламур, Марсес, топ-хайп. Женя, гламур. Все, запустил без него. Воспряньте, сыны и дочери Орды. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Саш, там какие хилы на тот корабль летят? Никакие. Сатсуна полетит по-любому. Я в ретрике. В смысле ты в ретрике? Саня, у нас 4 хила. Какая разница, тут ретрик? Можно было просто уколю 100% отпилить. Мы бы не улетали. Ладно, давай Марухич воет, улетает. Маша стоит на краю и закидывает ему фотки. Да я тоже могу похилить могу его. Здесь. Ну да, и ты тоже стой хиль, оставайся на этом корабле, Андрюху фотки.
Марсес. Минус. Дашь Марсесу 300. Выбегайте с Гламур. Вот. Маша, дай БР по Марсезу. Ребаф его сразу. Все, полетели. Ну куда он? Прям под лицо-то. Еще давай минус. Эй, бля. Нет, ты не полежишь. Ждите второго, потом улетим. Да не, мы летать не будем вообще. Мы до конца стоим. Все разы. До схода пал. Ранен, стоишь на него или нет? Там. Да, и еще минус Марсезу, Ваня. Да, что, добьем? Блядь, красиво сходил. Никогда не летите по левой стороне, перелетайте только по правой. Не, Колю не прошибают, нормально пока постоит. Чисто зубы чуют. Не лешу, минус. Все, дай БР по нелешу. Если ты на том корабле в пушке, то можешь не дать. Ребят, на РДД бейте, пожалуйста, под Мурадином стрелка, чтобы всякие там не лезли под лицо. Метку поставил. Череп. У полога там сильно прошибает уже. Я сейчас прыгну после этого мага. Давай, ты... Убьет он. В локате тоже помогу. Коля, сейф есть или зубы отдать? Есть. Дай тогда, потом зубы есть. Что, тоже слить надо? Можешь слить, ты тоже слить, помоги слить. Тоже слить. Последний маг и сваливаем. Сразу за все. Как только добьем, вот закинет зубы по Коле, если ничего не закидывал. Что он его точно не убило. Все, улетели все. А потом будем падать умирать, так понимаю, да? Ну, разберемся уже. Ладно. Просто ладно. Лен, принеси его последнюю смерть, пожалуйста. Ну ладно, у меня тоже такое было, когда я... Его оружейники убили. Просто 4К разница, 4. Эй, красавчик Марсес. Я на 3 отплакал просто. Не, ну взрыв на 10 тысяч. А, комбата нету, кстати. Ладно, не снимай. Открываю? Да, открывай. Хуй. ДС-ка. ДС-ка хорошо. ДС-ка. Топорик ничего, вроде кольцо очень хорошее. А, нет, комбат висит, я короче. Да, у меня комбата нет. У меня тоже нет комбата. Ну там на комбат есть, я бафнул, он у меня повесился. Надо кому-то с третьего босса что-то. Ой, с четвертого. Быстрее. Так, LDK. Он вместо Марухича зайдёшь. Поставьте в карту, смоньте в дике вместо Марухича.
кто на ком комбат можете спрыгнуть вниз? Это бесконечно сейчас так сами будет продолжаться просто. Нормально, просто не тильте людей. И не бафайте, так. Ничего. Ничего не бафайте, да, просто на ком комбат FDK это сумоньте. Вместо Марухи. Так. И пахнет мотки. Ну давай что по 10. Надо кому. Никому не надо. Лучше падает, БУЕшка. Хорошо. Топор, но только на комбо-троллу. Единственный 10 тип этого. Давай за 10. Не кидай, блин. Два не отнимешь. Да, обмен, мистер Бонд. И последнее кольцо. Тоже начинаем с 10. А колечко вкусное. Скибиди 4К. Кушайте рыбку. Блять, мне комбат повесило. Это баснул. Марухи 4400. Эй, инвиз. Нажал, да. Ну, альт в 4 заходить. Да ну это... Бред. Скибиди 5 раз, скибиди 5-2, скибиди 5-3. Кидай обмен, Ваня, не минимум 5000. Ванька, кидай обмен. В Акате на тебе комбат есть? Нет. Кинь пополам, пожалуйста, кулаки тогда. Отлично, повесился? Нет. Ну все тогда. Дикие в Айде бой еще и бета-тестер. А, и Юю. Я не буду никому бафать, короче. Гламор. Гламор. Я себе подумаю. Вы сможете меня резать, да? А что, надо самонить кого-то или что? Что, никого не надо самонить, я здесь. А зачем тогда ему бежать? Не, не поля, я умер. Тебе ты дурак или что, ну? Нахера ты умер? Я рыбу не могу понимать, ничего страшного. Давай, ну. Мальчо быстрее. Ешь рыбу быстрее. Пока я запускаю. Все, босса запускаю. Первый Коля. Раньше. Берите рейнджер ДДшник 12. Там плюс-минус хотя бы рейнджер берите. Потому что 3 хила всего. Вань, у кого распыл есть? Тоже потом обмен кинете, две шмотки распылите. Коксар, подвинься. И не жень, то потом в это, в ВБ осколки. Герому с пула даем? Да. Жалкие старики. 5, 4, 3, 2, 1. Сколь могущественно по имя короля меча. ДДшник нормально потапнул. Ля, бета-тестер тоже лупит, как батя.
Все, Ярик, я от тебя уже детей больше не хочу. Хочу от бета-тестера. На пробу, блядь. Я, блядь, на кнопки начал жать просто. А, ладно, Ярик, извини, извини. Это, ошибочка. Вот, закинь PS-ку, пожалуйста. Да все, Саня. Уже всё, прошла PS. А, извини, я там просто втыкал в другое. Нет. Блять, я опять завис, да что за хуйня? Он завис. Все ебучий. А что, закинуло? Не. Ну это не есть вопрос. А, вот ты закрылась, понял. Тебе там есть какие шмотки нужны? Как ждать сундук или откроем без тебя? Хотя ты просто тыкайся. Да, кстати, по поводу идем дальше на Духлопуза, смотри, пишите, кому в рейд надо. Это Саша, может быть, пока все в сознании сходим на Синдрагос наоборот? У нас Синдрагос не самый сложный, просто идет. А, ну, у нас сложно идет этот Лана, блин, очень сложно идет. Можно на Лану пока в сознании идти. Мне вот эти ботинки надо. Синдрагос, эти ботинки... Драка будет. Готовь там 1015 ИП, я уверен. Ботик, а ты как упал к нам? Ну, так же ты про жезл говорил, потом он за 3000 ушел, и с тех пор его никто получить не может. Какие там ботинки? Паролить было, а не нахвалить. Меня прокиньте, я сейчас умру. Ух, блин. Бисовые. Бля. Хорош, Сань, на описание. Хаскрит. Единственное, если ты бис, хаскрит. Гомура прокиньте. Гомура. Массейф нажми, Коля. Если есть. И не зубы по Коле. Пабель еще пожевать можно. Постоянно готовишь чисто каплю по Коле, когда ярости много будет. Гламура, прохильте, орехи, давай, Женя, на меня орехи. Маша, меня орехи. Пань, закинь по уфологу каплю. Меня прокильте. Не открывайте пока сундук, Бетик, тыкайся. Бегу уже. Ну, нормально. Пока, ну чё, тебе, как тебе? Криты повысило? Что я тут? Да ну, всё то же самое, что и было, честно. ДПС, в принципе, у всех ровный стал, плюс-минус. Так я же говорю, что тут. Если бы я еще правильно начал бы играть, то ну, поболее. Женя сидит 6500. Я вообще в ахуе. У меня было 16, стало 9. Просто. Все, можно открывать. И тут дело не в ротации, ребят. Бля. Жень, ты даже меня перегнал. Спасибо, что я хила перегнал, который перегнал. Блять, поклон вам низкий. А почему у меня бета-тестер показывает, что он типа внизу, хотя... Он вылетел под середину. Пройдите, откройте двери. Опять говно не лут, блять. Боешка, да? Боешка. Ну, боешка все. Да, я обмен. Боешка вроде это, боешка никому не нужна. А что с совами, кстати? Реально, совы 14к. Все, блять, нагулялись. Все на дамаге, да. Хорошо, выпали сапоги. Чё тебя менять? Меня поменяешь, Саш? Я пойду перекурю, блядь, а то я с ума сойду. Поменяю, Джипси, иди в рейд, Гламур. Блядь, на кого? Пойдём. Отойди, пожалуйста, ещё. О, спасибо. А, я в бою. Мы на ком комбо забили. Тебе надо уходить?
Пойдем. Надо идти с собакой погулять буквально. Да, поменяем. Все, сейчас буду. Морочич, заходи. Давай, сейчас я с пола отдам свою Илону, а ты свою помадашь. Погнали, давай, родной, давай. Где он есть? Вот он. Давай, ДДшники, погнали, давай. Давай, Горчик, давай. Ну пойдем. Ну, пожалуйста. Кого комбат, можете просто сами пробежать. Сколько мы били этого по времени? Сука? Сурка. Они че? 3.57. Не знаю. Я не считал, Вань. 3.57. Почти 4 минуты без 3 секунд. Минус уточный таймер. Суманите? А? Я суманул. Что мы ждем, ребят? Сейчас я сагрю, все, я ушел агрессию. Тактика. 3.57. У кого-то 7.26. Кто-то по кругу гонял его. 3.57. Андрей, он по кругу ходил. Ребята, блядь, ну давайте не будем стоять. Пробегайте, ему бой, ставьте шкаф. И просто засумонили, побежали, блин. Марухи, чай, дрипси, засумонили. У кого бой, вон, прыгнули, и все. У кого бой, нажмите выход из мира. Вон, ему бой прибежал. Пошли убивать погань. Сейчас убьем и пойдем. Ушел, прохильте, алло. Друха руку отдал. Такое чувство, что мы это, ролим шмот и меняемся больше, чем босса бьем. Так и есть. Есть, потому что долго все это делаете, блядь, тебя искашит кто-то. Тела точка нет. Саня, ты на 9 хапали? Нет. Нет, конечно. Хапала, прыгай. А че, мне сейчас хапали трэши, типа, из-за того, что я не хапали, мы упали? То мы не упали, нет. А хапали. Потому что здесь понятно. Три хила его. И в Акате у тебя нет. А еще Ваня есть. Андрюх, протащи их дальше. Тут уже лежит. Чедал. О, хорош. Короче, что они сделали 100% 30, ну. Это плюс-минус от сколько? От удара в сердце, ну, в 100-200к. Разница. Так, все здесь, кто был не пешным токеном. Давай тоже 10 ИП старт. Скибиди. 10. Раз. Нет, там... дальше 100 идет. Дальше 100 идет, они едут. 100. А это на олд токена? На мейн. Жень, тебе же на мейн? А, да я нет. Ну тогда чмыга. 10 раз, 10, 2, 10, 3, 3, 3, 3, 3. Да не, отдай ему за 10. Так цены резко падают у нас. Блять, было 250, уже 10. Решили, чтоб смотреть. Ару, когда будут платить, что вы брали? Мы какие-нибудь обмен, короче. Да, это второй токен. То же самое. На мобой. Раз. Два, Вакати 125. Ты тебе на мейн, Женя, или ноу? Mm-hmm. Ну, на мейн. А, ну все, тогда ему бой. Раз, два. По 10 на мейн. Молчу. Да уходили они до этого за сколько, да? Ну, тысяч по 6. Mm-hmm. И не обмен чмыга. Вань, ты поднимал им липа? Да. Мобов сзади. Ну, смотрите, кто заменный, то хлопус еще нужен кому-то.
Вонючку согрели. Все нормально. Сак, ты первый отдашь сейф на Вонючку. Окей. Геру дай, Жень. И джипси, давай войт нажмешь гейм тогда. Заведи сюда, там собака стоит, сагрит второго. Давай, сейсер. Дальше Коля отдаст сейф, и войт закастует гейм. Я уже думал. Или джип. А, извини, тогда джипси. Отдавайте сейф. Змигин. Лестница. Влада. Кому-то минусовать. Никому не минусовать. А, по 10 ТП минус ямобой и минус чмыга. Бейте вначале исследователя. Нор тут? Да. Или... Зайдем сейчас в Велену. Левом. Кого-нибудь. На замену. Кто у нас в Велема нет. Так, кому с этого босса ничего не надо? Мне. Нет, ты останешься. Ловушка активировали сзади. Быстрее, пожалуйста. Нужно поменять. Лема взять. Мне да, вали три. Все, тогда Жень на замену пойдешь. Давай, все, на вали три. Лова будем. Так, сейчас добьем трэш. ТП нажму, и лохус пока что фласка не тикал. Это просто выйдем из мира. От кольца отказываемся. Но можно. Так. Еще вы один чип. Какого босса, тухлого или гнилого? Тухлого, тухлого. Там он боя почему-то убил. Да он там другой сторону побежал. Там бежит трэш на нас. Сам, ну я пока еще 4-4 не настроил это, ну я как раньше буду бить, наверное, ДПС не очень будет. Ох, главный атом. А кто кольцо стролил? Черлен. Уфолог. Ну, уфолог нормально. Так. Еще есть один человек на замену. Марсес, Ваксар, Топхайп. Тендри? Тебе надо уйти? Что, бой на ком-то висит? Да, вот, FDK. FDK, давай ты. Ох, нить пока. Все, разбираем фласки, ставьте кап на мой бой. Саймоним, Полинора, Гламура, фласки... Разбираем. А, комбат висит. Почему комбат висит? Он еще скромнее висит. Может сдохнуть, тебе его клоком будет тысит.
босса. Надо всем сдохнуть, Петь. Давай все сдохнем, чтобы разобрать. Ну вот бегите, у кого нет комбата. Я его периодически сбрасываю. Умрите все просто. Ну давайте все умрем, забежали, умерли. Бля, сейчас опять... Так, диван закинь кому-нибудь. Мастрец закастует. На Рухичу кинул. Угу. Ладно, кинул. Тут много людей, кто комбат не может снять, не забежали. Блядь, ну забегите еще раз, значит. Че вы там тупите-то? Блин. Не заходите вон, а то опять повешается комбат. Зайдите, сдохните. Заходите, агрите, умирайте. Все. О, комбат висит, вообще все сдохните. Там диван все снимут, мастрец закрывают. Раз КП-то прогони, сам притворись. Да у меня нету КП-то, я знаю, я жду, пока все сдохнут. Все, сейчас уйдет, снимайте диваны, мастрец кастуйте. Со фласками обмен, сразу же шкаф. На он все равно в бою висит. Диванов, если вы все равно в бою. Вообще, раздыхайте, нахуй, заходите вы сначала еще. Да поднимите для начала всех, а потом... Как поднять, будет, если в комбо? Да я подниму, Стой, я подниму. Бля. Нуртын, бать, у нас на вас. Я выходил. Резать. Сразу шкаф встать, ему бой. И за фласками обмен. Шкаф, фласки. Тыкайте шкаф Блудрейвена и... Ленора Марухича и Смонти. Так, за фасочками обмен кинули мне. Кровь отдашь по каву. Угу. Васки все взяли? Сацуны, ДДшные фласки, по-моему. Там, или какие там все? У меня все, кроме сапротов. Сацуны, определенно, хики кидайте обмен за ДДшными фласками. Все под жопу сбежимся, когда скажу. Потом разбежимся, наберем раньше. И вы тоже отдадим, когда под жопу сбежали. Каску дайте. Ну, давайте, не купите, блин. Какое же время тратим? Мобоя пока готовы. Ну да, каску дали, можно. Все. На первой секунде припотаем. Ты под боссом, да, останешься? Мне все равно. Подбежали все, под боссом, под жопу. Да, оставайся. Кто со скирами внутрь к танку забегите. Приготовьте сейвы. Сацуны и Юи отдадут. Отдайте сейвы. Прохилят вначале, а потом разбежим. Разбежались. Все, больше сбегаться не надо. Дайте Геру. Да, бот тестер. Все. На ботика хочу тоже детей. Так это еще бонус не работает. Забавно. Так мы по 8 стаков держим. Ну вот, сейчас красиво по ДПСу все выровнялось. Все нравится.
хуйню отняли. Ветку и гниль тоже сад. Нужна сейф в поле. Через 5 секунд едет к огне, приготовьте сейв. На всякий случай. Отдали сейву. Да нету сейва, 20 секунд. Масс. Ну ладно. Это мало породы стоит. Выносить нахер не надо. Да, я встал. Стоит. А можно какой-нибудь паладин не будет желтую джагу кидать? Кто это делает? Это я. Потом поменяю. Ой, ты слезь, ПС закинь. Почему стоишь его? Полинор не в Элеме? Сасуме, Марухи, Твоиц, Киби, Дион. В Элеме. Ну, так? О. Можешь Маша Инер себе закинуть, чтоб не спала. Дерьмо. Хорошо, а дерьмо. Можно я лучше пойду отсюда? Максимально. Этим против. Блять. Хилые вагоны. Ну да, блять, порки занесли все, конечно. Да понихилят. Там все равно комбат был. Давайте все сдохнут, они будут никто притворяться мертвыми. А, на туре опять комбат. Опять комбат. Да. Да я да. Что, это из-за того, что кто-то притворился, комбат повесился? Ну давайте, кто лежит, лежите, а мы умрем от этого. От него можно. Давай. Идите все, сдохните, абсолютно все. Не заходите в инст. Это на суеверия похожи какие-то. Да давай, иди сдохни просто. Да я умер. Что... Петь, потом иди вот, у тебя же лутер. Или я не отдал. Ну, у меня. А осколок упал? Нет. И все, да. У меня адрес-то, чтоб я забрал. Вот. Давайте ебалом в пол все до единого. Ой, я понял. Сейчас на гнилого идем. Смотрите, кому вот с гнилого нужен замены. По фасту только. Может, не будешь бегать, а умрешь? Быстрее начнем. О, кислота, кислоту зашли. Я сейчас спрашиваю, кому нужен. Если я не нужен никому, значит, таким пойдем составом. Ну, так я на будущее. А, окей. Давай тогда в Раскрин уходи, я в Дикей в рейд. Только на Вальку позовете там. Иди ты меня речните, а то лучше сейчас пропадет. Ну, наверное, на Вальке одну и ту же у нас же шмотку, пусть они поепашат. Разберемся. Кому нужна Жень. Одна и та же шмотка? Тебе и чмыги. У меня больше. Жень, есть мастрец? Закастуй.
Две минуты, когда. Блять, надо, чтобы меня резнули, чтобы не добавил. Стой, Зань, на тебе лутера, скинь меня лут. А, ты кровь все равно не сможешь отдать. Или... А, кровь сразу в апокалу скидывай. А мне не показывают кровь. Блять. Скидывай туда лут. Мне отойти надо где-то на час, на полчаса. Все, да. Значит, ты ливай с рейда, я на стекло ничего не... Уже можешь ливать. Потом придешь. И станешь. Дексионок в рейд пойдет. Вместо тебя. Вон там Марухич бежит к тебе. Да, давайте побыстрее, чтобы, блядь, кровь не пропала. Поэтому... Ну, я кровь видел в луте. Видеть и взять разные вещи. Он не может ее видеть, он ее не видит, потому что он же квест выполнил. Ну, у него она есть, точнее. Я пришел, если что там говорит. Тебе надо с босса что-то сгнило? Да нет, быстрее. Нет. Еще тогда. Тогда так пойдем. Так. Непешный мод. Воздух. Далекая земля. 10 ИП старт. Андрей не лег. На 10 раз. 2. Перекинешь обмен. Ваня, отними, пожалуйста. Ну, то равно я даже ИПш не буду. Только руки по ИПшу, может, кому-то понадобится на отфиг. Давайте руки. Крин, форум, бан. Смоньте Дексион. Там кольчужная латная голова, крит МП5. Такое дерьмо точно никому не надо. Перчатки. И перчатки никому не надо. Дексиона за фасочкой кинешь обмен. Ну, FDK Дексиону сон. Будрейвен, кстати, мы решили по 10 типа все-таки, чтобы шмотки не теряли. Забираешь, пока она не пропала. Да, нет. Что-то по Симон есть? Кидай обмен тогда. Еще Будрейвен у минус 10 был. FDK, Полинор у меня показывает не здесь. И Войд. Кстати, Будрейвен на первом месте на тухом был ДПС. Андрюха, ты на мобах? Тотемы очищения убирайте. Пропиливайте. Полинор, принимай смелее. Ну да, бесы, а конечно же, не так ДПСят. А, я понял. Ничего страшного, Даня. Успеешь, ты завтра получишь. Так у нас совы нету, да, поэтому шойлем нужен. Да. Лапку додайте кто-нибудь. Отсуну, уфолок, депсиона. Чего не хватает? Давайте быстро. А. Давай, заходи тогда. Че, не будет вопроса к козырному? Сколько осколков? Сколько? Сколько осколков? Ноль. Не, так это сейчас ноль. А, или ты пока выходил? Сейчас ноль. А? Сейчас ноль. А вот сейчас три было, или четыре? Не, четыре есть за два, за, ну, за прошлый, все. За этот ну, срок еще это... ни одного. Не, так это да, я спрашивал тебя, как было, босс. Андрей, готов? Так, Краска, я не буду никого звать, сиди в этом канале, мне уже задолбало, бля, бегать за вами каналами.
либо сам отслеживай. Андрей, раз, раз. Саня, вы в 4 хила же прохилите, мне на минут на 15 надо отойти, чтобы на профи быть. А, да, давай. Все, я срочно. Тандруха. Андрей. Так, только мне так можно называть, Ваня. Это он. Может, АПК мы не убьем. А кто МТ будет? На кого на пуле? МТ будет Юй. Нет, просто здесь хорошее кольцо падает на... с мастерством. Ему, я думаю, оно нужно. Так бы уже давно без него били бы. Пришел он. Все, тогда пуляем. Мне кажется, Соня лагает. Пусть лагает. Давай, Геру, по 3. Маша, залей меня, Инер, пожалуйста. Хоть как Гера закончится. Хотя я скажу, куда поездку закинуть. Не ягрите большого. Дай мой сейф, Коля. Я как бы этих дамажить стал. Если будет нестабильный взрыв, убегаем к выходу. Не лезь, Инер, по ты беги. Андрей, как сможешь, Инер, по ону зальёшь. Не будет взрыва, только двойка. Угу. Ну, я на так, на всякий случай. Сведите мелких. Подвигайтесь. На ком там чмыгает, или потом на руки чмон.
пока у тебя с собой ДС-ки? Да. Отлично, пойдешь сразу в грань сделаешь. Сколько тебе надо? 13 штук? ДС. Угу. Разница с Айс, там души все равно надо фармить. Не, ну понятно. Пусть вот идет сразу и фармит души. Крит мастерство. Колечко. А покалу, да, разъедающую? Да, да, да. И кидай мне пока в обмен сразу. Сейчас. Че, 5 БШ душит? Нет? Ну, чекай аккаунт. Как я ДПС накрутил. 17% БШ. То иди за грань делай. Да, снова комбат висит. Так это баг, походу. Да похуй. Пошли профа. Сумми вернется к ивент делать. Не, БШ теперь приятно стал. Вот это я точно скажу. Прям охуенно нравится. Особенно когда 4 раза кританет. Вот этих мобов, которых он задел там. После леди, где который трэш. Я тоже думаю за них. Надо их лоти, блядь, ебануть, возможно. Потом. Так, ладно, давайте не пахать мод. Жезл. Ну, в босса меня передамажил только апокал. Тебя еще крита чуть-чуть не хватает. Мне бы крита бы, эх. 500, 800, 1000. 1000 ставлю. 1000. Давай 2 пул. Бля, это умирать сейчас придется, да? Теперь будет хватать. 2.5 джипси раз, 2.5 джипси два, 2.6 топ-хайп. Вот, давайте 2.8 джипси. Давайте увеличивайте ставки, чтобы быстрее было. Локами. Чё вы стоите локами? Запустите ивент. 3.5. 4 топ-хайп. Раз, 4.3 джипси. Быстрее, 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 не тупим. 4.400. Топ-хайп. Раз, 2, 3. Кидай ватермен. Отними 4400. Вот, Андрей, мы сейчас пришли к этому моменту. Ты на кого будет мейн? Потому что завтра, если кому-то по мейну нужны будут, то он будет в приоритете. Как ты можешь, если на Саву, то будешь тоже в приоритете. 10. А, блядь, они никому не нужны. Ну, не факт. 10 ТП. Ладно, давай пока у Фолок 10. Раз, два, три, кидай обмен. Ну, да. То же самое с кольцом. Так они проходные, понимаешь? Эти люто проходные. Андрюха, зачем они тебя? Там крафтовый лучше. Ты тут, короче, перед кораблями, это первая пачка нормально стоит, а там чуть дальше стоит два, стоят друг друга, хилят, блядь, это, между собой. Это... Вань, тупо потестить и всё. Пошлите, пока Сацуны нет. Убьем эту пачку, а то нам кучу раз придется вайпаться. На третьем этаже. Да. И пачьте кольцо. Бета-тестер 10. Раз. Два. Три, кинь их обмен бетик. Ну ты мой хороший. Дамаж.